Андрей, но она не может сегодня. Все понятно. Я не понимаю, грязь стоит или нет. У меня машинка стиральная, даже не знаю, что такое отжим. Она стирает, но при этом она не отжимает. Я снимаю уже, но мне тут просто головняк жесткий. Лучше поживу. Оплачу просто как за посуточный. Я отдала 11 и залог. Но я сказала, что типа да, на долгосрочный период, там от 3 месяца, но я потом поняла, что извините, нет. Но она просто понимающая. Она не дает. Это жопа. Да! Ты видела, как я добиралась? Я все грязная. Вот. Ну, спасибо, что хотя бы 5 минут. Нет, я еще не искала, потому что я еще не знаю, типа, где буду жить, и от этого отталкиваюсь. Типа, а вдруг не в центр? Чтобы до центра ехать долго надо было. Не знаю, правда. Я сейчас вот решу с квартирой, и все. Я с ума не знаю. Хорошо. Сейчас не это коплю. Я посмотрю, почему. У меня Настя живет в Панораме. Я хочу тоже там. Я тоже хочу в Панораме, рядом с ней. Там до Галицкого вообще очень недалеко. Бля, сейчас просто 15 за хату, 15 за лоб, 30-ка. Пиздец. А еще помимо этого нужно в квартире много чего купить. Ну, типа... Не знаю, там тарелки, ложки, вилки. Короче, не хочу об этом даже думать. Я сегодня обязательно сделаю сейчас свои дела. И открою, и буду смотреть. Обязательно. Сначала никак. Но пока что у меня прям ориентир на ту квартиру. В принципе, она мне понравилась. Я подумала, что она достаточно такая большая, но там немного квадратов. То есть она не такая уж и большая. Примерно как вот эта квартира. Только, блядь, в центре. Маш, давай ты тоже будешь жить в центре, чтобы мне не надо было далеко до тебя ездить. Да. Да, вместо того, чтобы искать квартиру и тратить деньги на нее, Катя покупает себе белье бомжу. Тупая. Я хочу завтра съехать, Маш, блин. Тут на ключе написано «Подсолнухи». Может, это ЖК «Подсолнухи» или район «Подсолнухи»? Я не знаю. Студия.
ничего не ем еще. Я думаю, на вечер заказать что-нибудь с деливери. Потому что тут готовить, блядь, невозможно. Вещи вчера перебрала в чемодане. Где моя? Перебрала вещи в чемодане. Все переложила, ну то есть там, чтобы все правильно было. Да, блядь, то с кем общаться. Давай, мой.